Сегодня про рыбалку. Вот кастинговая сеть американского типа, 6 лишних метров. Покидаем сегодня ее другим способом. Смотрим. Есть рыбка. Карп зеркальный. Вот такой карпик. Отпустим его в мой пруд. Неудобный подход. Ничего. Давай я удочку уберу. Может, и сюда за обратно. Тут же где-то яма, да? Ага, вот тут ямка есть. Да, посмотрим, есть там рыба или нет. Может, зря рыбачишь. Ну тут зацепов много тоже. Да. Эй. Вот. Тут зацепилось. Там только кряги. Кряги? Ай. Ну сейчас в воду полезу. Нет? А может, полезу. Может, нет. И рыба есть там, смотри. Вот он. Смотри, как кто попал. Значит, не зря рыбачишь ты тут. Есть, есть, иду. Вот клевать. Что это, жерех, что ли? Вон то плещется-то, бля. Я говорю, я знаю, что тут рыба есть, блин. Но достать, тут все время занято. Я думаю, щучка бы ходит. Вон то, оказывается, плещется. Сейчас маленькую-то отпустим. Пускай растет. Давай мне, я хоть кошкам. Забирай. Давай. Кошка бы его влюбит. Я, короче, карпа зеркального сейчас вот здесь вот поймал. Небольшого. Здесь? Там вот чуть повыше. Я хрен его знаю, что у нас. Я ни разу не ловил здесь карпа. Да есть, попадается. Попадаются, да? Видишь, тут коряги, вообще жесть. Я тоже одну достал. Вот эту же. Вот так, тоже такие люди. Я уж сколько их не доставал. Да, ты пробуешь. Да.
дал забросить. Как бы я испытал без такого? Как это называется рыба? Жарит. Ну-ка. А как ты понял, что это жерех? Видит она так голову такой чешуя. Нет, мелкая. Чешуя мелкая. Чешуя мелкая. Я думал, ну тут же не отля. А ты же мело? А, ты же знаешь, да. Я тут уже штук 20 их поймал. Сейчас вот у меня ушел день. Да? Большой? Да не, не большой, я еще прям, ну, написал больше на полкило здесь, куда шло. Сейчас вот тут ушел. Вот как раз вот они тут стоят. А там вот еще больше зацепов, да, есть? А я не знаю. Ну тут-то вроде нету. А вот здесь, наверное, возле берега, наверное, есть. Кинуть бы туда. Не знаю. Одна, значит, окочурилась. Мы ее положим в холодильник. Карп у нас живой. Американская сеть сложная, рыбачить большой диаметр. Китай, пробую. Испанки так рыбачат. Сейчас прихожу на американку большего диаметра. Кидаю немножко по другой технологии, потом покажу вам. Значит, три рыбки мы сегодня поймали. Одну отдали, другую отпустили, а другую вот эту вот в холодильник положим. Всем пока. Удачной рыбалки.